Здравствуйте, люди добрые! Наш сегодняшний практический небольшой урок в рамках программы «Русская школа психогенетики» будет посвящен спорту. Итак, еще 70 лет назад наука научилась фиксировать жизненный потенциал живых объектов. Свечение может быть ровным, мощным и стабильным, когда справа и слева в каждой зоне свечение одинаковое. Это уравновешенное состояние живого объекта, в данном случае цветка. Оно может быть точно так же и неуравновешенным. Могут быть зоны с мощной светимостью, в том числе зоны цветения, и зоны семян с мощной светимостью. А у этого цветочка есть и зоны ослабленные, где слабенько светятся цветочки, соответственно, они, плодовые их клетки цветка, не могут сформировать полноценных плодов. В результате очень много пустоцветов, и, соответственно, семена, которые все же сформировались, они имеют крайне слабую светимость. Из этих плодовых коробочек семена имеют слабую схожесть и очень плохо развиваются. Соответственно, и урожая сколь-нибудь серьезного от них не получишь. С нами, с людьми, соответственно, точно так же. Давайте сравним потенциал спортсмена начинающего уровня, первый разряд, ну, изредка кандидаты в мастера спорта, с этим потенциалом можно добиться, и потенциал спортсмена экстра-класса. Что бросается в глаза? У спортсмена экстра-класса потенциал, то есть жизненный ресурс организма, это вот это синенькое состояние непосредственно вокруг тела, очень мощное и стабильное, а эмоциональных выплесков совсем немного, стрессовый фактор совсем невысокий. В то время как у спортсмена, который максимум, что в жизни добился, это первый разряд, вот этих эмоциональных выплесков много, энергии на них ушло очень много, а потенциал в некоторых зонах совсем невысокий. Что касается в первую очередь зоны колен, зоны тазобедренного сустава, зоны позвоночника. Обратите внимание, зона позвоночника в некоторых местах слаба, а зона колен тем более. Здесь фиксируется стрессовый фактор, напряженность клеточек, и это склонность к привычным травмам. Когда клеточки ослаблены и напряжены, они не могут слишком долго работать в условиях сильных нагрузок. И в этой ситуации чуть что-то происходит не такое, и клеточка, пожалуйста, травма, клеточка не выдержала. И если у спортсмена экстра-класса реабилитация после травм происходит очень быстро, этому способствует полноценная жизненная стойкость клеток, то у спортсменов невысокого уровня и травмы заживают гораздо дольше. Мы многих спортсменов в нашем центре проверяли, и молодых, и начинающих, и среднего звена, и тех, кто добился высочайших результатов в своей спортивной карьере. Так вот, среди мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров, не было ни одного, вот даже со средним потенциалом. У всех был потенциал очень мощный, ровный и стабильный. А вот этого стрессового фактора, который бывает у спортсменов среднего уровня, у спортсменов высокого уровня просто не бывает. Как только у спортсменов экстра-класса случается эмоциональный какой-то срыв, стабильность выступлений на этом заканчивается. Это то, что касается молодых людей, спортсменов-мужчин. То же самое и у спортсменов. Есть спортсменки экстра-класса с мощным стабильным потенциалом, есть спортсменки со сниженным ресурсным состоянием организма, у которых в потенциале, в данном случае потенциал ног совсем невысокий. Конечно, такой спортсменке трудно добиться сколь-нибудь высоких результатов. Свой жизненный ресурс мы получаем от рода. Обратите внимание, семья, папа с его достаточно стабильным потенциалом, мама со сниженным ресурсным состоянием организма в данной естественной ситуации, потому что бывает, конечно, и наоборот. И два мальчика в семье растут, младший и старший. Видно совершенно точно, насколько близок потенциал младшего сына потенциалу отцовского рода, насколько близок потенциал старшего сына
маминому потенциалу и маминого рода. Здесь я хочу сказать, что точно так же, как собственный жизненный потенциал, точно так же и потенциал рода можно восстанавливать. Вот теперь о стрессовых факторах. Жил-был спортсмен с достаточно уверенным, стабильным потенциалом, уровень мастеров спорта. После получасового стресса человек практически весь день был на нервах. И в результате к вечеру, обратите внимание, вот этой стабильности уже не осталось, а стрессовый фактор стал очень высоким. Спортсмену потребовалось всего полчаса, ознакомившись с технологиями восстановления потенциала, для того, чтобы 90-95% вернуть и уже через полчаса более-менее привести свою нервную систему в порядок и свои потенциалы жизненных структур. Конечно, чтобы полностью восстановить себя, может быть необходим час-полтора внутренней работы над собой. Но тем не менее, наши технологии позволяют действительно за час примерно в среднем снять стрессовый фактор, что крайне важно в ходе соревнований. А теперь в двух словах о влиянии людей друг на друга. Вадим и Татьяна. Вадим – уверенный спортсмен с очень стабильными результатами. Татьяна – достаточно неуравновешенный человек с эмоциями, стрессами и так далее, и так далее. Достаточно совсем непродолжительного общения между этими людьми. И посмотрите, насколько изменился потенциал Вадима. На 25% жизненный ресурс снизился, и появились вот эти стрессовые факторы, напряженность в некоторых зонах. В данной ситуации, что не самое, конечно, приятное, это зона тазобедренного сустава и коленного сустава. В результате на очередном забеге Вадим не только не покажет своих стабильных и тем более лучших результатов, но реально может получить в ходе выступления травму. Поэтому перед серьезными забегами, тем более перед соревнованиями, необходимо самым категорическим образом снижать общение с людьми незнакомыми и оставлять только общение с людьми близкими, потому что общение с близкими людьми, которые дают настрой на победу, именно увеличивает жизненный ресурс спортсмена и тем более увеличивает шансы на победу в этом забеге. Сама суть наших принципиально новых методов восстановления жизненных ресурсов человека и спортсмена в частности, в общем-то, проста. Мы учим человека напрямую работать со своим психоэмоциональным окружением и своим жизненным ресурсом. Когда человек внутренней стабильностью, внутренней силой и мощью имеет возможность нейтрализовать все то, что выплеснуто прежде в обидах, в стрессовых каких-то факторах, вот этой внутренней стабильностью, очищать все, что в стрессах было наворочено, накручено, энергию восстанавливать стабильностью и гармонией и буквально собирать эти жизненные начала, висящие бесполезным грузом в наших эмоциональных полях. Вот когда человек учится внутренней вот этой силой и стабильностью восстанавливать свое состояние, тогда действительно достаточно полчаса, чтобы снять любой стрессовый фактор сегодняшнего дня, то есть недавние стрессы, и серьезно, самым значительным образом восстанавливать и укреплять жизненные ресурсы рода. В данном случае два человека, в общем-то, ребятам уже по 25, со спорта они ушли. Хочу рассказать о том, что дала им внутренняя работа. Они решали свои жизненные задачи, финансовые, семейные, неурядицы и так далее. Но оба были спортсменами, и это главное. Первый, выше первого разряда так и не поднялся, и дальше городских соревнований никогда не выступал, не пробивался. Более того, постоянные травмы были его привычным состоянием. Обратите внимание, колено, что правое, что левое, имеет очень высокий стрессовый фактор. Вот почему этот спортсмен, как именно спортсмен, не перспективен был в начале. Теперь же, через год-полтора работы, поля значительно улучшились, и вот этот стрессовый фактор в зоне колен, обратите внимание,
стал намного меньше, а сам жизненный потенциал ног увеличился в 2-3 раза. И парень говорит, что сегодняшний бы выносливостью, он бы показывал значительно более хорошие результаты в молодости, в юности. Второй спортсмен. Ситуация аналогичная. 1,5 года работы и произошло восстановление жизненного начала рода, я обращаю внимание, буквально в 2-3 раза. Это очень хорошо заметно по зоне ног. Хотя спортом он уже точно так же не занимается, но в 22-23 года он получил кандидата в мастера спорта, выполнил, и как бы, в общем-то, был неплохим спортсменом прежде. Сейчас для него прежние нагрузки, это как бы шутя выполняется, несмотря на то, что ему сейчас 25, а не как было раньше 20-22. Таким образом, восстановление жизненных ресурсов организма, в том числе то, что получено по роду нами, это реальный сегодняшний день. Это наши реальные сегодняшние возможности. Более того, наши технологии обучения вот этим внутренним методом саморегуляции позволяют более уникальную штучку. Позволяют, восстанавливая силу рода, родителям, близким нашим, помогать спортсмену. И если вот эти результаты получены, в одиночку работают ребята над собой, то когда подключаются родители, сестры, братья, то потенциал увеличивается в 2-3 раза уже за 3-4 месяца. Вот примерно так. И соответственно рост результатов обеспечивает. Соответственно человек в возрасте 30, 32, 35 начинает показывать те результаты, которые не показывал 25. Вот этот рост результатов, это еще одна изюминка, которую обеспечивают наши методы саморегуляции. Итак, если интересно, заходите, поговорим.